50 оттенков рыжего примерили на себя барнаульцы. Газета «Комсомольская правда» запустила беспрецедентный проект по преображению читателей и читательниц в фирменный оранжево-рыжий цвет комсомолки. Перекрасить волосы вызвались 85 человек, но для участия в проекте было отобрано всего 10 представительниц прекрасного пола. Сейчас вы можете проголосовать за любой из них, зайдя на сайт alt.kp.ru. Пять барнаульских салонов и студий красоты отобрали из невероятного количества авторов писем по два человека и пригласили их к к себе на покраску и преображение. Накануне стартовал финальный этап бьюти-проекта голосования за самое эффектное превращение. На сайте Комсомолки вы сможете оценить не только красоту участниц, но и работу салонов спа-центра 77, имидж студии Beauty Тайм, салонов красоты Голливуд, Афродита, Гламур. Кроме того, проект осуществляется при поддержке магазина профессиональной косметики Саква. В общем, зайдите и убедитесь, что у Рыжего гораздо больше оттенков, чем 50.